Rainbow Six. Специализация. Бой в ограниченном пространстве. Это агенты спецподразделений со всего мира. Лучшие бойцы. Весомый аргумент готов. Тачанка вооружен модифицированным пулеметом RP-46, который можно зафиксировать на три ноги, увеличив площадь поражения. Такие пулеметы в ходу еще с 40-х годов. Оперативник «Глаз» использует особый прицел-зрачок, чтобы прикрывать союзников на расстоянии. «Глаз» ценит точность во всем. Не тратьте патроны. Враг себя выдал, враг убит. Капкан использует особые ловушки. Их можно установить в дверном проеме или окне, чтобы обездвижить противника. Ждем гостей. Его девиз – максимальная эффективность. Когда требуется серьезная ударная мощь, в игру вступает фьюз. Ставлю кассетный заряд. Он может прикрепить к полу или стене кассетный заряд, чтобы поразить нескольких врагов одновременно. Это не магия, это физика. Оперативники спецназ превыше всего ценят чувство долга и готовность к самопожертвованию. Противник здесь.